Чуваку в голову попал. Есть. Минус. Минус. Аптечка. Всем привет, ребятки, с вами Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Rust Голодные Игры. Итак, вот уже началась именно эта серия. Надеюсь, я что-нибудь выбью. Вот передо мной какая-то буст мазафака стоит такая, вон, тёлочка, тыры-пыры. Так, ну короче, через 10 секунд начинается у нас старт. Посмотрим, что мне выпадет. Ну, я имею в виду из дроп, конечно же. И давайте, ребятки, наберем 25 лайков на этой серии. Я буду очень этому рад. Еще я хотел бы спросить, ребятки, хотели бы вы видеть на канале выживание по Расту? Потому что я думаю начать записывать именно выживание по Расту и не только по The Forest. Вот так вот, короче, ребятки, жду ваших комментариев по поводу этого. Итак, у нас сейчас загружается наша карта. Посмотрим, что у нас выпадет. Сразу же у нас перед глазами дом. Отлично. По бокам я никого не вижу. Сейчас будем лутать, лутать и лутать. Посмотрим, что нам выпадет. Так, давай, давай, быстрее, быстрее. Так, так. Ого, тут такие шипы вообще жесткие. Так, что это такое? Это типа трон, что ли? Да. Ага, вот вижу сундучочек. Тут у нас только шляпка ничёшная такая прикольная. Так, что у нас тут еще есть? Тут у нас есть что-нибудь? Нет, тут нету ничего. Лутаем дальше. Так, давай, давай, давай. Смотрим, что он. Ого, вот все, отлично, нашел логово их. Где они все прячутся. Так, опять у нас говно одно. Тут у нас что? Тоже одно говно. Короче, в этом доме одно говно. Говно, говно. Поэтому делать тут больше нечего, я валю отсюда. Так, ну значит, в итоге у нас с этого дома вообще, ребят, ничего нету. И это плохо, конечно же. Так, ну давайте бежать в самый центр, потому что скоро радиация начнет вон сужаться зоны, и, блин, это очень плохо. Потому что сколько раз я умирал просто тупо от радиации, очень много. Поэтому бегу прямо в центр, чтобы не было потом вот этих проблем с тем, что зона сужается, ой, беленькая штучка на меня бежит. Так, пока что на моем пути не попадается ни одного ящика, даже просто даже обычного, блин. И у меня есть только копье и все. Ну, я имею в виду из оружия, потому что другие, блин, мне падлу было брать. Мечи там всякие, это говно. А так, копье, в принципе, оно длинное, можно достать, им можно метаться. Чётенькое оружие. Так, я сейчас хочу как-нибудь оббежать эту гору, потому что не хочу у нее скарабкиваться, это слишком геморройно. Так, сейчас вот по камешкам вот этим скалолазаю и оббегу эту гору нафиг. Ну ёп. Так, посмотрим, вот он у нас виднеется домик, но, в принципе, далековато, но, надеюсь, там никого нету. Давайте тогда бежать именно на тот дом. Посмотрим, что в нем нам выпадет, что он вообще нам тут преподносит. Так, ну, в принципе, пока по бокам никого нету, нервничать не о чем. Падает аэр. Может быть, рядом люди будут. Ну, в принципе, он, ну, можно сказать, далековато от меня падает, не так уж и близко. Поэтому меня навряд ли кто-то застигнет. Так, значит, вот уже мы практически подбегаем к нашему домику, на который мы нацелились. Опа! Я вот все оглядываюсь, чтобы ящики посмотреть, попадутся нам или нет. Вот, попался все-таки. Так, отлично. Есть дробаш и патрончики на пистолетик. В принципе, в дробаше 4 патрончика, маловато, но, в принципе, хотя бы есть чем отстреливаться. Это хорошо. Так, посмотрим все-таки, что нам в этом домике попадется. Вот он уже практически рядом, блин, в камни врезаюсь. Ой, надеюсь, там кто-нибудь ждет меня прямо у двери, а я так стрельну в него с дробаша, чтобы он умер с первого раза. Это бывали такие случаи, когда даже люди с первого раза с дробаша не умирали. Так. Давай, тут еще такие кусты. Есть кто? Нет, поблизости никого нету в этом домике. Отлично, у нас есть револьвер, с помощью которого мы можем отбиваться, потому что у нас еще даже патрончики на него есть. Так, смотрим дальше, что тут у нас еще есть. Так, тут у нас нельзя пробраться никак. Тут есть что-нибудь? Ага. Блин, надо же так дом построить, вообще капец. Так, 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 что же у нас тут? Вот, я вижу сундучок, ну как же к тебе пробраться, как для тебя достать-то? Блин, не могу. Так, может быть тут я как-нибудь смогу пробраться?
Вот, тихо-тихо. Не, вроде. Вроде пробежал. Мимо. Он, я его где-то тут слышу. Да, парень. Возможно? Да-да, сбегай сюда. Давай. Давай, парень, иди сюда. Иди отсюда вон. Все, минус один есть. Отлично, две аптечки. Три бинта. Ну и все. Блин, видали, сколько раз в него попал тоже? Один раз попал. Ну, второй вроде бы я промахнулся, а может и попал чуть-чуть. Ладно, бежим дальше. Вот у нас уже зона опять сужается. Ну, не мимомерно просто. Так. В принципе, нормально с дробаша раздал. Так. Аптечку поставим вместо факела. И поставим пока что револьверчик, чтобы нам отбиваться. Потому что других у нас способов пока что нету. На дробаше остался один патрон, но его пока что мы его прибережем. Так, ну вот я бегу, короче, вот на этот домик. Вот он. Блин, большой. Блин, я не люблю большие дома. Лучше побегу тогда вот на тот, получается. Как-то я направился, но я понял. Ну, помню, точнее, по направлению, куда я был направлен. Да, вот, все правильно, бегу, короче, к тому домику. Посмотрим, что у нас сейчас будет. Ребят, сейчас актив, в принципе, большой. Ну, как большой? Ну, 30 человек. Не сказать, что это слишком супер много для сервера, которым хост на 100 слотов. Но... В принципе, ребят, в принципе, нормально. Поэтому сейчас вот я как-то... Если та серия была, блин, мало человек, человек 15, сейчас 30. Это уже хоть какой-то прогресс есть. Я дал минусик, ну, такой незначительный особо-то. Подумаешь, блин, с дробаша чувака, с который с копьем бежал, убил. Он же даже без оружия был. Ну, ладно. Вот у нас уже этот домик виднеется. Что виднеется, уже все передо мной. И сейчас будем его лутать, посмотрим, что мне выпадет, что в нем будет такого интересненького. Так. Вроде дома никого нету тут. Давайте закроем его. Мало ли, может кто-то прибежит, я тоже его убью. Так, ну что ж, нам надо сейчас облутать ящики, которые тут валяются. Патрончики, отличненько. Так, тут у нас гранатка. Черкаши брать не буду, но бронюшку накину. А, блин, тебя же нельзя накидывать, у меня же это... Фигня, окей. Так, еще одни патрончики для калаша. ПП, отлично, я лучше тебя буду использовать. Сейчас еще пистолетики разрежу, чтобы у меня патрончиков было побольше. Так, и выкину их нахрен. Что тут у нас есть? Еще одна большая аптечка. И это хорошо. Мне кажется, или кто-то идет. Так, я этот облутал. А этот? Да, все облутал. Так, ну что ж. Давайте зарядим наш ПП. Я пока что в хорошей зоне. Я уж просто запереживал насчет того, что может сузиться зона. Так, тут у нас что? Томпсон. Я просто тупо разряжу. Потому что у меня есть ППшка моя любимая, с которой я хотя бы могу попасть в человека. Так, вот у нас еще патрончики и калашик. Ну, калашик нам пригодится, конечно же. Так, ну, дробаш пока что мы стиснем тогда. Так, вот, мы же слышим, как чуваки ПВПшцу. Так. Как мне выйти-то, я же не помню. Никого нет? Так, ладно, все, бежим. Я прям в самой разгарной зоне, ребят. Я тогда... Тогда я лучше сейчас спрячусь в домике. Я в домике, ребят. В домике. Так, посмотрим. Придет сейчас к нам кто-нибудь или нет, но пока что будем просто тупо крысть. И все-таки... А, я дробаш выкинул. Ладно, ладно. Тогда возьмем калашик, потому что он как бы больше у него огневая мощность, можно так сказать. И будем сейчас кого-нибудь выжидать, потому что зона-то, вот как видите, сузилась вообще жестко. И у нас есть шансы, в принципе, попасть даже в пятеру, ребят. Если, в принципе, все сейчас будет, дай бог, нормально. Один минус сделали, хоть не такой значительный, но уже, в принципе, нормально. В пятнашку мы вошли, 13 человек осталось. Да. А зона все сужается и сужается. Я, блин, в такой классненькой реальной зоне попался. Не зря все-таки бежал прямо в центр, как меня учили. Научили, точнее, голодные игры, потому что, блин, много очень раз умирал чисто от радиации. Поэтому я всегда старался бежать именно в центр.
Вот уже слышно, как чуваки с болта мочатся. Конечно же, опасно будет выбегать из дома, потому что чуваки с болтами. Вот что. Это плохо. Так, вот зона сузилась именно на меня. Вообще четко. Сейчас сто пудов будут ребятники бежать именно в домик. Ну, мне кажется, я точнее буду надеяться на то, что сейчас никого не будет пока что. Ну, сейчас, может быть, кто-нибудь пойдет к домику и будет говорить, типа, о, наверное, в домике никого нет, надо спрятаться в нем. Вот, да, слышно, как чувак бежит. Так. Не готов, парень? Не готов. Так, пока не слышно, как он идет куда-то. Но его было слышно. Вот. Ждем, пока что 13 человек так и осталось. Оглядываюсь по сторонам, пока никого не вижу. Именно тут, я имею в виду. В домике. Тут же вроде бы один только вход. Да, по идее-то. Если нет, то будет очень плохо. Опа. Стреляет по моему домику. Так, ну блин, крысим. Крысим, конечно же, но у меня неплохие шансы. Вот, слышно, как чуваки ПВПшатся. 12 игроков осталось. Ой, не знаю, не знаю. Все, зона все еще меньше и меньше становится. Давай, чувак, забегай. Забегай. Я же тебя жду. Опа. Да-да-да-да, ребят. Тут не только один вход есть. Жду. Чуваку в голову попал. Есть. Минус. Минус. Аптечка. Все. Отлично. 9 игроков. Кто-то еще стреляет в меня? Так, что в тебе еще-то есть? Патроны. Забираем. Все забираем. Так. Отлично. В принципе... С лутом у нас все. Так, и теперь все. Чувак с пулеметом. Вы слышите? Парень с пулеметом бегает. Офигеть. Так, ну чувак, в принципе, он от нас отгреб. А я пока буду продолжать крысть. Кто-то на крыше, что ли, я не понимаю. Так, значит, я слышу, как тут чуваки ПВПшатся. А где, интересно, тут-то вход? Ага, вот он, кажется, или нет. Ну, я все продолжаю именно тут ошиваться. 5 игроков осталось, ребятки, я в пятерке. Отличная серия получается, 4 игрока. Блин, будет очень классно, если я затащу, хоть и по-крысерскому, но затащу. Зона сужается. Вот классно-то. Ну, если что, у меня пока что аптечки есть, я смогу продержаться. Надо тогда вот сюда побежать. Чтобы... Все, 3 игрока осталось. Чувак отхватил, как говорится. Так, пожалуйста, остановись, остановись. Блин, видите? Все, идет, идет. Именно на меня идет. Так, вот у нас и получается такой кубик, Рубик остался. Мне надо уже выбираться отсюда, потому что все. Ну, капец. Так, посмотрим, где чувак этот. А где зона-то, ё-моё? Меня что, просто тупо бьет радиация? Что за фиг? А, вон, все, вижу. О, все, чувак меня стреляет. Вижу, вижу, парень. Так, пацан, ты, в принципе, тоже не в зоне, но у тебя, возможно, есть что-нибудь. Ну, я имею в виду из аптечек. Блин, у пацана есть болт. А у меня-то ничего нету. Толком. Но пацан косой, не может попасть в меня. Просто зажим. 2 раза попал. Ай, аптечка. Все. Короче, растерялся, ребят. Серьезно растерялся. Сколько у него хп-то осталось, интересно. Покажет нам, нет. Ой, дамаг. Сколько у него дамага-то? 800 с чем-то. Я был на 3-м месте. Ну, по дамагу, там, по киллам. Но так это я 2-й, по идее. Ну, в принципе, неплохо. Все-таки реально очень сильно растерялся. Извините, ребят, за это. Блин, просто впервые я на голодных играх вышел именно один на один. Хоть я и скажу так, да, я не слишком так уж и геройничал, но все равно, в принципе, мне понравилась эта именно серия. Поэтому вот такая у нас вышла хорошая голодная игра. Ну ладно, ребятки, с вами был Илюша. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.